приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Взрослая дочь упрекает в нежелании похудеть и слабоволие, пытается отстаивать свои границы в счастливой форме, не особо помогает. Посоветуйте, что делать. Спасибо. Ну, здесь, честно говоря, максимально такой неопределенный вопрос, потому что вот первая мысль, которая появилась у меня, это то, а извините, какое вообще дочери дело? Ну вот просто, да, до того, что вы вот там не можете похудеть и слабоволить, то есть как бы, ну, какое ей дело до этого? То есть, вот, как это вообще касается ее, собственно? Это первый момент, и, пожалуй, ну, я бы сказал, что, наверное, не совсем это понятно. То есть вы спросите для начала, вот, может быть, у дочери, да, как бы, тебе-то что? Того, что я не могу похудеть, то есть тебя это как вообще касается, вот, тебя это как-то задевает или что, вот, это первое. Второе, ну, вы говорите о том, что в счастливой форме отстаивайте границы свои. Ну вот, хочется спросить, конечно, вот в счастливой форме это как? Это, ну, то есть, как это? Как можно в счастливой форме отстаивать свои границы? Потому что, ну, нарушение личных границ — это довольно серьезно. Как мне кажется, вот, и то, что ваша дочь позволяет себе это уже, наверное, довольно такой серьезный момент и серьезная проблема, как мне кажется. Вот, вот. Ну, может быть, у вас другое мнение на этот счет, но мне кажется так. Поэтому, вероятно, одна из причин, которым ваша дочь продолжает делать то, что она делает, да, вот. Ну, это вот как раз то, что вы в счастливой форме
говорите о чем-то серьезном. Вот. То есть, по сути, как-то вот несерьезно, может быть, к себе относитесь, да? То есть, ну, как будто вот даете дочери понять, что, ну, может быть, она права в том, что вам говорит. Может быть, она правильно делает, что вам это говорит, и так далее. То есть, как будто бы вы не знаю, стыдитесь этого. Как будто бы вам неловко себя защищать. Вот. Ну, как будто бы. Дальше. Вы говорите. Значит, ну, типа, ну, не особо помогает, вы говорите. А как, простите, это должно помочь? Ну, то есть вот вы когда со своей дочерью вот разговариваете о том, что, ну, что с вами происходит, например. Вот, и так далее, вот, а как это должно помочь? Каким образом это должно помочь? Дело в том, что личные границы, да, защищают не для того, чтобы это помогло. А личные границы защищают для того, чтобы, ну, по сути, поставить человека, да, в известность относительно того, как, ну, как обстоят дела, да? Вот, а если личные границы защищаются для того, чтобы человек что-то понял, да, это не совсем, про, ну, про защиту, вот, это немножечко про другое, понимаете? Вот. А ты не немножко про другое. Поэтому вот еще таким важным, получается, аспектом здесь является то, чего вы ждете от. То есть как вы хотите, чтобы это помогло. Вот. Ну и, собственно,
самое главное, вообще самое главное, на что нужно обратить было внимание сразу, вот, это то, как вы сами относитесь, значит, к своему весу, то есть к тому, что вы вот, ну, что у вас есть лишний вес, например. Вот. То есть вы сами как к этому относитесь, вы сами как это видите, вот, вы сами как это воспринимаете, потому что, ну, вот опять же, да, если вы сами относитесь к этому негативно, то вас будет задевать то, как реагирует на это дочь. Потому что если вы избегаете там, например, принятие решения, вот, допустим, принятие решения, вы избегаете принятия решения, или вы хотите как-то вот, ну, как-то скрыть, да, то, естественно, вот, что делает дочь, она скрывает вот этот вот нарыв, да, и просто говорит вам о том, о чем, ну, о чем вы говорите сами, ну, не хотели бы. Вот. То есть сама, она вот обращает ваше внимание на эти вещи. И, соответственно, вас задевает именно то, что вас могут сталкивать с какой-то конфликтной ситуацией внутри личностной. Вот, которую вы сами просто вот не обработали, да? Вот. А чего вам, собственно, и хочется, вот, чтобы дочь, ну, не делала так. То есть хочется, чтобы не обращала дочь внимания на вас. Вот. Ну, потому что вы сами вот как раз не сформулировали свое отношение к этому. Ну, значит, что его нужно сформулировать. Вот. Нужно сформулировать отношения, и нужно сформулировать для себя то, что вы сами будете делать. Вот. Со своим телом, да, и так далее. Может быть, вам вообще, может быть, вас вообще все устраивает, и вы менять ничего не хотите. Вот. Может быть, вам нормально так, ну, такое вот, если вам так нормально, да,
Ну, опять же, тогда какая разница, что говорит дочь? Еще есть такой несколько интересный момент, на который я тоже хотел бы обратить ваше внимание. Это момент, связанный с взаимодействием между вами и дочерью в целом. То есть, а вот как у вас общение протекает? Вам насколько интересно друг с другом, да? Вам насколько комфортно друг с другом, вот, в этом смысле. Как развито и сформировано ваше взаимодействие друг с другом. Вот. То есть, как вы общаетесь друг с другом. И общаетесь ли вы. Вот. То есть еще какие-то точки соприкосновения у вас, кроме вот вопросов веса, да? Вот. Если точек соприкосновения нет, это, конечно, должно вызывать вопросы, тогда дело не в весе, не в вашем весе, в смысле. А дело в таком случае в характере взаимодействия в целом, вот. И к весу вашему, это отношение имеет весьма и весьма посредственно. Вот. Так, потому что могут быть другие причины. Вот. Например, там дочь может быть обижена там, наш папа за что-то. На вас. Вот. Например, дочь может еще какие-то чувства испытывать. Ну, то есть, разные моменты. Вот. Поэтому это вот нужно обязательно проверить, это нужно обязательно поисследовать. Вот. И если у вас есть какие-то вот значит, страхи, да, если у вас есть какие-то, значит, собственные вот переживания по этому вопросу, то есть по вопросу, собственно, вы сами там стыдитесь или сами чувствуете, что решаете какую-то проблему, может быть, посредством набора веса, то вот, тут, конечно, не с дочерью нужно что-то делать, да, там дочь, она тут, вторичный фактор. А именно с вами. Вот это вот является очень таким важным моментом для ситуации. Все. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит начать работу над собой.
Всего самого доброго, удачи.